момент происходит распаковка, упаковка гуманитарной помощи. Этими коробками будут укомплектованы машины, эвакомашины, которые отправятся ребятам на ЛБС. Мы видим, со всех регионов пришла гуманитарная помощь, в том числе из нашей Амурской области. Сублимированный борщ, группа своих не бросает. Это просто такой абсолютно сознательный внутренний моральный выбор, который вы сразу же сделали, когда начались эти события.